Сейчас Первый канал будет снимать, как я иду по улице, видимо, для того, чтобы меня представить. Вообще, это моя первая запланированная съемка для российского телевидения. Обычно российское телевидение только брало мои ролики само, либо я сам для них что-то снимал. А так, чтобы меня снимали, я думаю, это впервые. На Акихабаре, кстати, нельзя снимать что-то для телевидения без получения разрешения. Поэтому в большинстве случаев все снимают здесь, так сказать, незаконно, да, в кавычках. Давай переговорим на крупниках. Чуть-чуть меня, чуть-чуть просто Сергея. Можно? На телеке все очень заморочено. Снимается с разных планов. Наши первые локации – это магазин косплея. Не разрешили снимать, представляете, видео, только фото. Что за дурацкие правила, да? Говорят, так по улицам нельзя ходить. Только в определенные дни мы в жизни попали, поэтому только когда сесть. Мне кажется, это очень смешно. На этом я уже не могу. Да? Вы здесь спишь? Сережа! Сережа! Я тебе певица. Получилось? По улицам, поэтому мы жаримся по подъездам. Фаллический микрофон Первого канала, да? Ну-ну-ну. Цензура вообще. Хорошо, хорошо. Ну, кунчо. Красиво, красиво. Спасибо. Спасибо. Красиво, Кирилл. О, thank you. Мяу-мяу-мяу. Так говорит, идет, да и... Няу идет, да, идет. Эксклюзивный репортаж из японской квартиры. Обычно, кстати, японцы практически никогда не соглашаются на съемку их жилищ. Вообще ни при каких условиях. Но Юрий навсегда рад помочь в таких ситуациях. I can speak language. Вока, стеры? Водка. Вока. Дестерой дринк. Дестерой дринк. Вообще японцы не слабые, да, к алкоголю? Слабые. Да, Юрий практически не готовит ничего дома. Посуды тоже у него грязные нету. Только зубная щетка какая-то валяется. Зато смотрите, как у него картина с девушкой на кухне. Такая теплая, меховая, на русскую зиму курточка. Так, ну что, сейчас мы попробуем, давай, да? Юлю. Последний писк моды, да? Я вообще прям конкретная. Очень теплая. Класс. Такая дружба народов, японско-русская. Ну и интересно, что у нее такая светомузыка в ванной. Ванна очень маленькая. И если выключаешь свет, там появляются такие фонарики светящиеся. Видимо, она так романтик создает. Да, смотри, сколько у нее обуви вообще. Обуви у нее очень много. Не знаешь, какая понравилась? Тебе покажу. Смотри. Да. Круто, такие. Да? Только на Хоккайдо отопление. Ну, либо в каких-то очень дорогих квартирах, но, как правило, нету. Сукуримашта! Оригинал виско сукуримашта! Печенки с изображением Юри. Юрий так удивляется тому, чему удивляемся мы. То есть, ну не мы, а русские, чему удивляются. Юрий удивляется удивлению русских. Да. Сейчас мы едем в Сирию в Монстр Кафе. Монстр Кафе. Итимас, имакара. Аня, си какой стана? Има секси дата. Тирари. Спрятала так ножку. Пока мы с ней сидели вдвоем, она ее почему-то оголила. Потом я после этого спрятал, когда камера достала. で、今回思ったことは
ロシア語ってすごい難しいし、なんとか漁師家がいっぱいいました。どうだった、ロシアのテレビ。何を言ってるか全然わかりません。でも楽しかったです。見られるけど気にしないですね。東京来たすぐめっちゃ見られてる感はあって、でそっからもうなんか慣れたら、まああんま気にしなくなったから、見てるんだろうけど気づいてない。Мне так нравится, что на каждом шагу есть 7-Eleven, но жалко, что в России нет такой сети. Там есть энергетические желе, витаминные желе. Больше мне нравятся виноградные. А те какие? Я их вообще не ем. Они очень сладкие. Самое вкусное, вот мне очень сильно нравится, это вот такая вот имитация винограда. Это, видишь, это черный виноград, а это белый. Это просто невероятно. Последнее наше сегодня место. Остер-кафе. Я был один раз. Всего лишь. Спорно. На российские роллы похожи, да? На русские. Ну ладно уже. У нас, по-моему, такие едят в основном, нет? Килограмм риса в каждом. Ань, давай расскажи пару слов, как тебе вообще впечатление от твоего первого дня в Японии. Ну, учитывая, что уже вторые сутки без сна, меня переполняют эмоции, но выражать я их могу с трудом. Ну, вообще очень круто, по-моему, это другая планета, не знаю, 22 век. И какие-то вообще... Ну, сегодня я повстречала удивительных людей. Ни одного угрюмого, какого-нибудь злого, плохого я не видела. Короче, мне пока очень нравится. Это соответствовало твоим ожиданиям, то, что ты видела? Примерно так представляла себе? Ну, я представляла себе по всякой... по-разному, но получилось вообще не так. Несмотря на то, что я все посмотрела, прочитала и... Короче, сюда надо ехать, чтобы понять. Гутсу самодэсита. Гутсу самодэсита. Гутсу самодэсита. Гутсу самодэсита. После еды спасибо. Да. Я забуду через секунду. Запишите это, пожалуйста. Я это выговорила один раз. Гутсу самодэсита. Гутсу самодэсита. Специально издеваются, очень быстро говорят. Гутсу самодэсита. Гутсу самодэсита. Сами не рады, что у них такие длинные слова. Да? Поэтому сокращают очень часто. Поэтому вообще никто не может... Или говорят очень быстро. Вот вместо того, чтобы сказать «Охайо займасу», они говорят «Ас». Отлично! А что это значит? Ну, типа «Доброе утро», да? Это «Доброе утро»? Да. В сокращенном варианте? Да. Причем вежливая форма. Вежливая форма, но в сокращенном варианте. Это длинная. Вообще класс! «Ас». Спасибо всем за просмотр, друзья. Если вам понравилось это видео, как обычно, не забывайте поставить лайк. Передача на первом канале называется «Доброе утро». Когда она точно выйдет в эфир, я пока не знаю, но напишу об этом в своем инстаграме. Поэтому подписывайтесь также на мой инстаграм. Также много интересных видео о Японии вы можете найти на канале Юлии Богдановой. Ссылка тоже будет в описании. Ну и, конечно же, Юрий, который уже не первый раз появляется в моих видео. У нее тоже есть свой профиль в инстаграме. Можете туда тоже подписаться. Она будет рада новым друзьям. Ну а мы увидимся в следующих видео. С вами был Сергей Куваев. До скорых встреч!